Активней шукать и подтримливать таленты. Такая задача поставлена перед дитячими школами мастерства и средними специальными установами эдукации сферы культуры на педагогичной нараде. Удел ее взял наместник министра культуры Василь Черник. Педагоги установ адукации сферы культуры на особную жнивенскую нараду собрались у першиню. Проблемы, что наспели у галине, потребуют детального разгляду. В области 89 детских школ мастерства, 77 филиалов и 3 средние специальные научальные установы культуры. У них занимается больше за 16 тысяч наученцев. Потенциал великий. Але есть пытания с его выкористанием. Из школ Барановичского, Ганцевичского, Жабинковского, Каменецкого, Лунинецкого, Ляховичского, Пинского районов период с 11 по 14 год включительно ни один из учеников не получил поощрения из специального фонда. Учитывая то, что несколько лет тому назад было около 50-ков, 52, то сегодня это исчисляется нескольким количеством детей. Как заместитель председателя специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, я не верю в том, чтобы в Брестской области не было детей, которые могли бы, обучаясь в детских школах искусств, обучаясь в средних специальных учебных заведениях, могли бы получать стипендию главы государства. Не претендуют на высшую ступень у званиях и аматорские народные коллективы, яких на Брестщине шмат. Гэты недохоп доручено выправить. Еще одна тема обмеркования – оптимизация некоторых средних специальных научальных установ. Министерство культуры Беларуси рыхтует аналитичную записку у Саумин со своими пропановами. Но это не значит о том, что мы приехали, посмотрели и вынесли на бумаге свои предложения о том, что надо закрыть, надо где-то объединить. Абсолютно нет. Мы должны посмотреть, кого мы принимаем, какие специальности сегодня пользуются авторитетом, почетом, на какие специальности конкурс достаточно высокий, для того, чтобы в дальнейшем прогнозировать и для высших учебных заведений. Сегодня я хочу сказать, что высшее учебное заведение на некоторые специальности очень сложно было закрыть те цифры, которые нам были доведены Министерством образования. Причем хочу сказать, что сами цифры давали эти учебные заведения. Оценивающий стан справа во установах эдукации сферы культуры Брестщины наместник министра означил высокую якость работы. Брестская область одна из наших лучших областей, невзирая ни на какие проблемы, о которых я сказал, потому что здесь действительно работают, как мы говорим, апантанные люди, люди, которые влюблены в культуру, люди, которые любят детей. Я надеюсь, что сегодняшний разговор на таком большом совещании, части, касающиеся учреждений культуры, они дадут нам повод и пищу для дальнейшего размышления и для повышения эффективности нашей работы.